13. Числовые последовательности их предел и свойства. Определение. Пусть каждому натуральному числу n равно 1, 2, 3 и так далее по некоторым законам. Поставлены в соответствие скобки действительные и некомплексные число xn. Когда говорят, что этим определена последовательность x1, x2 и так далее. Или последовательность фигурные скобки x1, x2 и так далее, x7 и так далее. Число x7 называется элементами последовательности, причем x7 x7 различны как члены последовательности. Хотя может быть x7 равно x7. Будем рассматривать только последовательности действительных чисел. Определение. Число А называется пределом последовательности x7. Если всякого рода найдется и все малое положительное, и найдется зависшее от эпсилон число n0, в 13-й лёгкий числовая последовательность их пределы свойства. Определение. Пусть каждого натурального числа n, 1, 2, 3 и так далее, по некоторым законам поставлены соответствия действительные и комплексные числа x7. Тогда говорят, что этому определено последовательность x1, x2 и так далее. Или последовательность x1, x2. И так далее, x7. Число x7 элементы называется элементами последовательности. Причем x7 и x7 различны как члены последовательности, хотя может быть они равны. Будем рассматривать только последовательность действительных чисел в дальнейшем. Определение. Число А называется пределом последовательности xn. xn. Если всякого рода эпсилон малый найдется зависящий от эпсилон число n0,
равновинную силу, такую, что выполняется неравство. Для любого есть силен положительный. Найдется иной, то есть равновинную силу. И x1 минус а по модулю меньше от y. И обозначается лин x1 равно а при x3 меньше бесконечности. При x3 меньше бесконечности. Вот определение предела. Вот, сначала мы рассматривали определение последовательности и элементы последовательности, уточнили, и потом определили предел последовательности x7. Вот, по формуле lin x7 равно а при x стремишься бесконечности. Далее рассмотрим два числовые последовательности x7 и y7. Проводим следующее утверждение. Лим. Скобки x7 плюс y минус y равно lim x n плюс минус lim y, когда n стремится к бесконечности. Это первое. Следующее, второе. Первое. Второе. Лим. Х нужно на игреке. Им стремишься бесконечности равно лим. Х семь. Им стремишься бесконечности равно лим игреке. Им стремишься бесконечности. То есть, что это означает? Если под лимит, это лим от слова лимит латена, предел называется, от суммы двух или равенских функций последовательности, то есть элементов, тогда из каждого можно взять отдельно предел и суммировать или вычитать. Второе. Если под лимит произведения двух выражений, тогда с каждого выражения можно взять отдельный лимит и потом в результате перемножить. Эта теорема дает возможность узнать предел переменной величины, если она есть результат конечного числа арифметических действий над переменными и предел, который неизвестен. Так, это еще. Последовательности вводим. Теперь здесь у нас, допустим, не произведение,
Почастливые. Так, и к тем делюми на имике. Тут пропишем. Делюми на имике. То есть от частного предел и к тем делюми на имике можно взять как от числителя 1 лимит и от знаменателя 1 лимит. Таким образом можно найти пределы. Я еще свойства пишем. Видим, как 4. Здесь игреки не убирают. Допустим, умножено на число с. Умножено на с. Тогда все можно вынести за знак лимитки. Таким образом. И стремишься бесконечно. Ну и это и есть основные свойства предела последовательности частного произведения сумма равности. Четыре вида. Дальше пусть лим иксен и лим игрекен равно нулю. Причем игрекен не равно нулю. То есть пределы последовательности равны нулю. Но здесь стремится, ем стремится к бесконечности. Тут пропущено. Тут поставим. Лучше выглядит, если это писать в редактор форме. Вот так лучше. Так, все, записали. Далее рассмотрим последовательность. Иксен делено на игрекен. Твоя точка. Твоя точка не есть. Первый. Говорят, что иксен делено на игрекен. При иксен стремишься на нулю. Игрекен стремишься на нулю. Представляет собой неопределенность вида 0 деленное на 0. Это первый вид неопределенности в математике. Пишем математику. Второе. Если xn стремится к бесконечности и yn стремится к бесконечности, то неопределенность вида бесконечность деленная на бесконечность. Тоже неопределенность математики. Это второй вид неопределенности.
Третий. Если к всем стремится к миру, и к тем стремится к бесконечности, то к всем умножить на к, получим неопределенность. Ноль умножено на бесконечность. Тоже неопределенность. Это третий вид неопределенности. Четвертый. Если xn стремится к нулю, yn стремится меньше бесконечности. Ответ на нулю. Бесконечность. Нулю у нас нет. xn стремится плюс бесконечности. И вредим минус бесконечность, то для последовательности xn плюс yn получим неопределенность вида. Неопределенность вида скобки. Бесконечность минус бесконечность. Это четвертый вид неопределенности. Вот такие определенности существуют в высшей математике. Ну, чтобы избежать эти определенности, надо преобразовать данный предел и найти предел. Ну, преобразование мы рассмотрим дальше. Это на практике. Рассмотрим последовательность xn равно фигурной скобке и внутри скобки 1 плюс 1 деленное на n за скобки n степени. Найдем лимит при n стремящейся бесконечности. Здесь не написано, придется написать. Сейчас я напишу, необходимо. Один стремится близко личности. Близко личности скобки. Один плюс. Единица деления на один степень будет равно на число е. На число не. Это стандартный запись в последовательности. Линия на стене, что бесконечности и так далее. Где е называется числом Миллера. Миллера. И посчитано, что е приумножено равно 2,71, 82, 81 и так далее. Ну, здесь написано, Е называется число
İngiliz'e iyi motor vermek istiyorum. Motor vermek. Kapı gelemiyor. Если лим фиг равно нулю, лим тут не пропущено. Нет, он стоит вот этот вот. Есть, наверное, а нет. Fx стремится на то, лим fx деленное на fx равно одному при x стремишься а. Называется бесконечно малыми величинами. Это у меня исправлено, нет. Бесконечно малыми величинами, а величинами причем фикс и ефикс называется эквивалентными. Эквивалентными. Пусть альфа икс и зета икс бесконечно малые, при икс стремишься к а. Первые. Если либо x стремишься к а, альфа деленное на вектор равно нулю, то говорят, что альфа является бесконечно малой высшего порядка по сравнению с вектором. В этом случае пишут альфа равно 0 вектора скобки. Высшего порядка. Альфа высшего порядка с равными вектора. Второе. Если лим x стремится к а, альфа деленное вектора равно на 1, где m число отлично от нуля, то говорят, что альфа и вектора бесконечно малые одного того же порядка. Бесконечно малые одного того же порядка. В частности, если лим x стремишься к а, альфа деленное вектора равно к одному, то бесконечно малые альфа и вектора называются эквивалентными. Тут я покажу. Запись альфа вот эквивалентный вектор означает альфа и вектора эквивалентные бесконечные малые. Эквивалентные бесконечные малые. Если альфа деленное на вектор стремится к бесконечности, то это означает, что лим вектор деленное альфа наоборот равно нулю. Таким образом, вектор является бесконечно малым высшего порядка по сравнению с альфа. И пишется вектор равно 0 альфа. Третий. Если альфа степника и вектор бесконечно малые одного того же порядка, причем к положительный, больше нет, то говорят, что бесконечно малые вектор имеет порядок k по сравнению альфа. Отметим некоторые свойства бесконечно малых. Первый. Произведение двух бесконечно малых есть бесконечно малые высшего порядка. По сравнению с умножителями. То есть, если гамма равно
alfa un orden de letra, todo. Gamma равно 0 альфа и гамма равно 0 бета. То есть относительно это бета высшего порядка. Второе. Бесконечно малые альфа и бета эквивалентны тогда и только тогда, когда их равность альфа минус бета равна гамма, является бесконечно малой высшего порядка по сравнению с альфа и бета. То есть, если гамма равна 0 альфа и гамма равна 0 бета, то альфа и бета не эквивалентны, это два эквивалента. Вот. Третье. Если отношение двух бесконечно малых имеет предел, то этот предел не изменится при замене каждой из бесконечно малых эквивалентной и бесконечно малой. То есть, если x стремится к а, альфа деление вектора равно на m, и альфа эквивалентна альфа 1, вектор эквивалентна вектор 1, то лин x стремится к а, альфа 1 деленный вектор 1 также будет равно на m. Меняется. Полезно иметь в виду эквивалентность следующих бесконечно малых, если x стремится к нулю. Синус x эквивалентно к x. То есть, когда задача решаем, мы вместо синус x можем поставить. Тангенс x эквивалентно x. Арктангенс x эквивалентно x. Арктангенс x эквивалентно к x. Логарифм скобка 1 плюс x эквивалентно к x. Когда x стремится к нулю. Можем поставить стремление. Также здесь снизу приведены дополнения к этим. Некоторые повторяются, но некоторые дополняются. Вот первый синус эквивалентно приближенно равно к x. А второй минус косинус x равно приближенно равно x квадрат делим на 2. И третий логарифм 1 плюс x приближенно равно к x. Четвертый. Е степени x минус 1 приближенно равно к x. Пятый. А степени x минус 1 приближенно равно x логарифм x. Вот такие формулы. Вот так. Получше. Вот такие формулы можно, когда мы работаем с такими функциями, можно использовать для нахождения предела.
Дальше. Рассмотрим пример. Пример первый. Пусто бесконечно малое. Сравнить бесконечно малые. Альфа равно 5 квадрат плюс 2-то 5 степени. И вектор равно 3-то квадрат плюс 2-то кубе 3-й степени. Решение. Имеем по определению этого бесконечно малый лим, то стремишься к нулю, бесконечно малый, альфа деленное на вектор равно лим, то стремишься к нулю, вместо альфа подставляем данное значение, вместо вектора также подставляем данное значение. У обоих числительные знаменатели, то квадрат можно вынести за скобки. Потом сократить квадрат в квадрат. В результате остается лим, то стремишься к нулю, 5 плюс 2 то куб и 3 плюс 2 то. Так как то стремится к нулю, переходим к пределу. Мы поставим вместо то. Остается 5 третьих. Так как предел отношения альфа и бета есть число, отличное от нуля, то альфа и бета бесконечно малые одного того же порядка. В этом случае. Следующий пример второй. Сравнить бесконечно малые. Альфа равно t, sin квадрат t. И вектор равно 2t, sin t. При t стремишься к нулю. Решение. Ну, опять поставим формулу. Лим t стремишься к нулю, альфа деленное вектор равно лим. То стремишься к нулю, вместо альфа подставили, вместо альфа также подставили. Ну, здесь некоторые выражения сокращаются. Т, что сокращается, синста квадратом синста сокращается, остается. Одна вторая как постоянный можно вынести за знак лимит. У нас только что было свойство. Лим, то стремишься к нулю, sin 100. Но если то стремится к нулю, sin 100 также стремится к нулю. Одна вторая умноженная на 0 будет 0. То есть альфа бесконечно мало и высшего порядка относительно вектора. Относительно вектора. Вот таким образом я определяю бесконечно малый. Ну, как использовать эти приближенные равенства или эквивалентные равенства? Это мы можем только посмотреть. На практике. На практике можно посмотреть. Итак, сегодня
своей последовательности и предел использования. Вот предел последовательности и определение смысла. Предел последовательности. И это можно записать в стандартном виде. Сейчас попробуем записать в стандартном виде. Тут пропущенный стандартный вид. Так, X стремится без конечности. Так, X N. Равно на А. Вот. Нормально записано. Это определение предела последовательности xn. Теперь рассматриваем две последовательности и соотношение рассматриваем тут. И эти соотношения считаются как свойства предела. И здесь тоже можно записать, то он такой литер все. Но это займет время. И потом она исправит. Тут первое свойство – сумма равенства. С каждого отдельности можно взять и суммировать. Второе – произведение двух выражений. Каждого отдельного отдельный предел. И третий частного. С каждого отдельно можно взять предел или подлимит. И четвертый. Если подлимит есть постоянный, тогда можно это постоянный вынести за лимит. И найти предел. Вот такие возможности есть. Четыре. Дальше мы определили вид неопределенности. Первый вид неопределенности это был 0 деленное на 0. Второй вид неопределенности бесконечность деленное бесконечность. Третий вид неопределенности 0 умноженное на бесконечность. И четвертый вид неопределенности бесконечность минус бесконечность. И такие четыре вида неопределенности существуют. В математике еще есть неопределенности. Далее определение вот лимит стандартной записи к этому задению. То есть это последний мощный элемент последовательности. Вот последовательности преемствующей бесконечности переходили предел и получили значение e, то есть число лидера. Здесь имеется приведенное значение число лидера. Это бесконечный игрок, натурально называется, и называется числом лидера. Тоже можно воспользоваться этой выражением. Далее определение эквивалентности.
определили к искусству соотношения к микстуемся к равно одному, то бесконечно малые величины и фикс и фикс называется эквивалентными. Далее определили относительно друг к другу порядка эквивалентности, формула эквивалентности для решения задачи. И привилегированная формула эквивалентности. Такие моменты не определяются. Сейчас после урока вам отправлю этот конспект. Вот это еще обещал отправить вопросы экзамена и задачи, которые меня будут на ПДТ. И сейчас вместо общей лекции отправлю на общий чат. Ну, на практике на эту тему будем работать. Завтра наша практика. Да, вопросы ко мне есть? Сұрақ жоқ. А, жақсы. Да, если вопросов нет, тогда у нас время заканчивается. Можете выходить.